4. Грудак какой-нибудь жреца, я выбью его. Сука. Заебался дать. Мне чё, мне... Наверное, он тоже нужен. Ну, не дам. А, нет, не нужен, нет. У меня есть. Мне нужно что-то другое, Сташек. Плещ, наверное. Чё, посмотрю. Вот. Какие плещи, подожди. Да, голова плюс кисти падают с кражана. Мне вообще Т5, типа, по ножу. Ой, Т4, пятое нужно, наверное, по ножу. Все выпадут. Ну так. Понимаю. Да. У меня просто 260-е лежат, если что. Это перчатки. Или башка можно. Доза, доза, слышь меня, что нужно одевать-то на ноги? ДЦ. После дискал так не нашел ничего. Интересного. Нет, именно вот именно ну ступни. Ступни, ступни. Как это херь называется правильно? Да, ступни. А-а-а. Ясно. Все, давай, Джанки. Так, еще на книжник у нас ливнул. Куда-то. Сейчас доберу тогда танк. То есть обычные без духа нет, да, нормальных? Нема. Херово. Лучше просто кражан ждать. Чего? Подожди-ка. Так. Пока 25 получается. Бля, двор, это как ж такое, нахуй еще все оторвало. Ну, тоже с духом, тоже с духом. Да не, нашли уже. Тебе что, не надо, что ли, этот квест сделать страшно зерот? Что на варах уже идти? Ну там не дают эти значки Толгорода с того квеста. Сначала. Было бы отлично. Нет, по-моему, не дают. Пиздец, мне так впадал фармить эти 120 знаков. Ну, ходи на Норигорна, там, по-моему, за него 20 баджи дают. Раз в неделю, да? Ну, а чё? И так нормально. В следующем году оформлю. Контракты, да. Ну, это же всё надо делать, ебать. Да хули их делать, там пати. Ты как хотел. Да нет, на них. Чё, я уже Тильдонас заколебался фармить, а мне ещё столько же, сколько я нафармил фармить. Тильдонас реально душный пипец. То есть в Толгороде еще, ну, в принципе, лайтово, ты ходишь по острову, а в Кильдонасе там сначала 10 кустов на острове, потом еще, не знаю, там 5 или 8 разбросано. Ну, тут тебя никто не пиздит. Да ни хрена. Ну да. У нас темой крутой был то, что когда все начинали фармить, там хоть дрался кто-то, можно было убивать. Это было круто. А сейчас там вообще никого нет. Ты Рогам передай по этому поводу тоже, что никого не пиздит. Ай, а че Роги-то? Заебали. Пидоры ебаные. Согласен. Ты, сука, сидишь и вот никого не трогаешь нахуй. На вот, я Рогу в жизни не качаю, серьезно. Не, Рогай нормально, но он такой крысятнический, класс, пиздец. Нормальный крысятнический. Ты сидишь, просто пьешь, блядь, водичку, кушаешь, никого не трогаешь, смотришь в закат. Ты, блядь, спину нахуй твой сосок. Пуха ебать безловольная, а? Как он? Бля, ну он так-то весь зачаренный. Удивительно, блядь. Ну плаща нет, нихуя. Бать, челу что, на пуху не везет, что ли, так? Да. Тупо пухи нет, наверное. Тоже не на пуху. Пусть с ним сойдет. Хуйня, конечно, собачья, но что поделать. Оружие не упирает, да. А чё, лог, походу, всё. Ну, суманьте сейчас, что ДДшника найду. Давай,
клин шкаф, ебани. О, мутик 239 пойдет. Больше на плов, блядь. Нажимайте нас. Вон. А, понял, ошибка, ебать, вылетела. Че, Коба, сейчас тебя алебарду выбьем с этого, с магик. Нахуй тебе этот посох. Да мне глифа нужна была, сануба. Там вообще-то с магика получше алебарда. Нет, на кота лучше сануба. Там три красных на РПБ. Вообще норм. Там два красных и нет крита. Зато РПБ есть. Крита нет, это залупа. Что-то ты неправильно говоришь. Ну, я точно помню, что Энима переодевал вот эту глифу на Саноба, который. И где он теперь? Кто? Энима? Да. ХЗ пропал. Вот и ты сейчас оденешь не ту глифу. Не пропадешь, блин. Короче, лог заебал, шкаф не ставит. Ну да и хуй с ним. Он как будто не умеет или не вдупляет, я не понимаю. Да просто отошел АФК, блядь, и все. Так он и в тот раз, когда шкаф надо было ставить, не ставил. И чехни, если... Может, он... на оставится смотрит аниме? Может, 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 может. Вон он ставит. Может, он кнопку смотрит. Да, и тюрьма не закрывается, блядь, обоссанное говно. Серьезно? Ну, как бы мы вовсе говорим. По идее, не? Наркоманы, лол. А ты сам не понимаешь, что надо шкаф ставить? Или слушаешь базары про глифы? Как это никого не было? С тобой 4 человека сразу стояло. Ты фреймы поставь, вуду какие-нибудь, грид там, показывает зелененьким цветом. Хулиган, на этого босса побудешь танки, как обычно? Починитесь, он жив сопоставили, сразу потом умирал. Блять, да насрать вообще. Серьезно, похуй. Я хочу пройти и проебаться. Я говорил, что он АФК отошел просто. Так, что кто-то в Долоране, блядь, я видел. Монки. А, ну он отошел, сказал. Хуй с ним, без него убью. Проснется, напишет. Тыкните кто-нибудь напоследок. Все, поехали. А чё, кто там говорил, что целка на следующем КД? Или наебали? Да наебали, как обычно, блядь. А для чего Арагер нужна будет? Да хуй знает. Вообще, вроде да. Мифическая нужна будет, там, блядь, после Карагера еще... Поехали, пацаны. Там пиздец будет, хп в два раза больше, блядь. Да что-то, блядь, они просто контент никак не двигают, ни нерфы не вводят, ничего так нового. Так они же тюрьму ввели, блядь, ты чё? Ходи, так блядь. Она не рабочая, ебать. Хм. Просто, ну, ее невозможно убить. А идти туда рейтом 260, там, типа, смысл... Там возможно все, просто дело в том, что там тактика трудноисполняемая. Так вот, ну, я же говорю, мы ходили, невозможно при таком количестве хп убить. А какого босса били, центрального? Нет, правого. Ну, правого я не видел. Ну какого-то там можно убить. Мы заливали больше хп, чем стримеры, которые закрывали первый день. Но все равно не могли убить, потому что он уже был апнутый 31.
я соглашусь. Тюрьма, боссы, инст, супер навороченные. Пару обилок убрать, потому что... Да не, он интересный. Да дело даже не в обилках, все убивается. Ну, просто не столько количества хп. Понимаешь, было 6 лямов, сделали 31. Ну да. 4,5 раза хп подняли. Не в 2, нахуй, 4,5. Это что, 25 или в десятки? Десятки. Так, давайте, Закул, ты держишь... Знаете, как вас так короля подержу, у него короля держишь, слепоглаза и киглера Закул. Троих? Да, сюда уводишь их, синюю метку, здесь стоишь. Олма держит вар, енотка. Енотка, слышишь меня, ты здесь? Плюс-минус, все, ты держишь Олма, на него череп поставил, он твой. Прожмешься, потом тебе ДЦ зубы сдаст, потом Ганнибал с тебя еще стянет. Под баблом. И хулиган, ты кроша держишь, чтобы он в тебя фаербола закидывал. Слышал, да, хулиган? Лок, не забудь там поконтролить мобов. Ты единственный, кто тут собак. Можешь ферять, планить. Все, рыбку. Ладно, не буду ставить в пизду еще полчаса, обойдетесь. Че? Пусть на меня на пули будет. Ты один их держишь, их никто не бьет, он у тебя напулить будет. Чтобы со старта их собрать. Влетел, удар грома дал, увел. Поставь никто бдительность, не... поставь бдительность на енотку или на хулигана, и у тебя будет откдешиваться таунт. Если что, будешь таунтить. Это нахуй, в смысле? Сука, убирал же галочку, ебаную, ладно. Что там по счету, даю отчет. 5, 4. И поехали в череп. 2, 1. Поехали. Геру дайте. Максима, ну, забирай. А, шопнул, я понял. Падай. Там сейчас еще Зеппа умрет. А ты не прожался, ничего, вообще просто залетел и такой, бейте меня. Нет, просто, видимо, он побежал первый и Крош начал кастовать. Огонь у него. Ну, все, да. Понял, да. Не надо первым влетать. Даже если влетел, хотя бы глухую нажми. Да, глухую. Быстрее умирайте, заново начнем. Первый залетает у нас Мишка, потом все остальные. Все, теперь рыбу поставлю. Давно я не вайпался здесь. Да ебаное ты говно, сука. Опять заворание, нахуй. Ну, сейчас хотя бы игра не зависает. Не надо заходить, пока еще не, босс не убит, это не исчезли. Да, не будет таких... Все, заходим. Это был разминочный вайп. Нормально. Не ставишься, сука. Ладно, хуй с ним, рыбу, блядь, ставлю. Да ебаное говно, блядь, ставься. Так есть же рыба. А я не видел, мне похуй, я богатый. Ну да, ты купил за 60 тысяч карты. Да кто ее только не купил за 60 тысяч? Я не купил. Ну, бывает. Что, доза апает? Много? Карта? Да, сейчас топовая. А что там топовая прожимка? Тренер. Прожимка минутная КД, да? На СПД, да? Так, ладно, пробафаемся. Да, поехали. Там просто хосты как на объекте, ебать. СПД mm-hmm. очень много дает. Давайте сейчас Миша первый залетает, прожимается там. Потом уже забегайте в ВВР. Все, кто у нас сейчас, проверим. Жучка. Все, даю отчет, поехали. Блять, чуть рыбу не поставил вместо отчета, блять. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Вар кожа. Ой, нажмите, короче, танки. Нажмите Геру.
Есть зубы в хулигана. Зубы в хулигана. Что не так с тобой, ДЦ? Ганнибал, стяни с хулигана, бабл, сакру нажми. Так, извини, тут меня просто перебили. Что хотел, что надо сделать? Тихо, тихо. Ганнибал, все вижу, стянул, красава. Поднимайте, поднимайте. Добиваем уже. Еще чуть-чуть надо по контролю. Все, поехали в кроши. Печенька упала. Я вижу, ничего страшного. Дюша, дай БР печеньки. Ну, енотки. Подняли. Скинь баф на Престовский. Ганнибал, дай ему каску. Подтягивай любого вар, енотка. Ну не короля, кроме короля любого подтягивай. Опа. Поехали в череп. Забирайте мелких короля, уводи вар. Уходи прям с королем, у тебя их заберут. Все нормально. Встаньте так, чтобы не отлетать в короля. Кто там жарки ебать? Приехали в череп. Встаньте, милики, так, чтобы вас не откидывало. Сука, блядь, заебал откидывать. Король крутится, осторожно, не подходите, милики. Подходим, милики. Вихрь, 3 секунды, отошли, милики. Ничего, кулачками поможет.
Он сейчас Геру вот включил, кого-то бушотного. Я понял. Просто, блядь. Суперчарж, блядь. Да ничего, сейчас тело покинет. Ссылка, блядь. Страшно. Романа кончилась, ссылка. Нормально, 10%. А чё, я, блядь, всё нахуй ещё проебу. Первое место без маны. А кто-то мне залил, блядь, озарение. Спасибо, конечно. Даже драчу на циферке. Башка надо кому-то. Шаманы там на НХ, что-нибудь такое. На дис, на трансмок рольте. Фулиган, все, можешь обратно спекаться. Плащ рольте, дух инта хоста. С духом плащи не отдаются шаманам. Плечи рольте, паладин, разбойник, шаман. Зачем рогу ролит? Нету у роги Т4, может кто-нибудь глянуть? А. Че, нет никого рядом? У него три куска показывают. Ну, плечей у него нет. Чей плечей нет. Все, ключей, значит, нет. Че там таунт? Нажмите танк. Я тут двух мобов пытаюсь удержать. Ну, а умер, вставать, отбегать. На пул, да, тыкать, ничего, рогов там достаточно у нас. Четыре роги. Себе огру, да. Просто после рывка он сбрасывает агру в ноль, его надо заново набирать. Понятно. Пятьдесят на 50 сделал пару раз. И ВК 25. Заебись тебе. Мы тоже зверей убили. Охуенно. Я считаю, уже на четырех персах проход, как гульмаги идет. А вот каждый раз приходишь на шрейды и давай рассказывать, как ты охуенно живешь. Чё охуенно? Тебе это удовольствие доставляет, я не понимаю. Это что значит охуенно, что ли? Вот это не так много. Приходишь, достижение свое рассказываешь. Не одна печенька только на сове 260. И все. Это еще не охуенно. Чисто как король, знаешь, спускается к нищу. Рассказывает. Ну я не знаю, я так не думаю. Ну я вчера на унитаз, блядь, алмазы садился, блядь. Ой, лол. Не ощущайте себя так, я хуй знаю. Просто делюсь. Хуля, ну ладно, моя будет похуй. Жреца заливаем. На второго жреца сядь, сайбот, пожалуйста. Позбиваем косты, которые без метки. Плащ мог забрать 272, но он не стал. Ну там ПВП Уку мог забрать. Ну там 1000 за 5 забрали, а у меня 19000 было. Ну что-то хуй знает, 260-й полутал. Крит, хаст, силовой, ретрик.
Не думаю, нахуй, пускай челики одеваются. Ну я людям такого сложного выбора не даю, просто на нубы не ходим. Рыба поста, ешьте. Кто там хочет перепейте фласки, перемажьте это масло. Надо быть фасок алкашных купить. Что там, монки не надо, груля? Монки ничего не надо, он сказал вообще кикать, если что. Но я думаю, мы в 24 пронесем. А ему квест не нужен? Что за пояс? Квест. Да ему похер. Танки, смотрите, главный танк. Можно карточку персан, пожалуйста. Квадрат у нас основной танк. Печенька вторичная. По напулам. Очень важно сдавать напулы. Давайте Сайбот и Нирет. Вы сдаете напулы у Закула. Майклу и Летскил, вы сдаете на пулы в енотка. Постоянно, весь бой. По КД скидывайте на пулы. Закул, дай бдилку на Queen of Chaos. А енотка, дай бдилку. Сейчас посмотрю на кого. Че, кстати, лок так мало дамажа? Ладно, дай на дозу бдилку. Енотка. Можно инту и лапку? Инту, лапку скиньте. Разбегайте сами. Ну поздно уже. Рассасывайтесь. И начнем. Обязательно на пулы скидывать. Что вары мало генерировать будут. Особенно второй вар. Очень мало будет. Если шо, сайбот понапуливаешь, в енотку свищнешься. Все я скажу. Так что запомни его все, вынеси куда-нибудь. Все, проверяю готовность. Поехали. Сразу не вливайтесь, дайте секунды 3 варом набрать, поставить, потому что вот сейчас ворвете, по-любому кого-то шотнет из миликов. Бью только на пулы. Все, даю отсчет, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Вары, залетайте. Ждем. Сейчас хотя бы 1100 наберут агро. Ждем. Полтинник только. На пулы скидывайте. 2 на пулы только дали. Все, поехали. Смотрим за агросом внимательно. Сайбот в енотку понапуливай. Стягивает, разбежались. Поджиг, скинь агро, не стой, не бей. Вообще, стой, АФК. Сейчас сорвешь. Уже не сорвет, ебать. Ну все тогда, отлично. Дюша, дай БР ему. Найди его, где он лежит. Да, он там слева от начала, там заходишь налево. Ага, все, резко. Поехали. Давайте Геру, что-то я провтыкал. Да не, не провтыкал, под Герой бы точно сорвали. Да не. В енотку напуливайте, кто там напуливать, я говорил. Доза подбирается, я тоже. Закула можете не напуливать вообще, все напуливать можете в енотку. Он уже хорошо набрал, вряд ли сорву. Забвалов выбегаем, не забываем. Енотку на пулы скидываю, вижу, что не в КД. Есть. Тридцать секунд до стяжки.
10 секунд до стяжки, готовимся. Пять секунд. Разбежались. Сзади босса место я ебал. Никто туда не бежит. Почему? Прощай, Кейко. До свидания. Дайте, Хоба, дай БС, Кейко, Фрес, давай. Закула, блядь, дай БР, быстрее БР, Закула последний, хулиган твой. Быстрее, быстрее, быстрее. Сразу ему дали бафы. Ну хуй вас обгонит. Напулили в него, напулили все в него. Поскидывайте игрок как можете, доза постой ФК, хулиган постой ФК. Напулите все, вар, что можешь делай вар. Сейчас милики нахуй все поотлетают. Делай рывки вмешательством в миликов. Да, да, у меня дохуя играю в кастом. Залейте в кей команды, пожалуйста. Даю гин. Не могу сейчас не мота. Да, пизда, сейчас хуй наберешь, но. Напуливайте все в закула. Делай в меня вмешательство, иначе я никогда не спущу. Я уже подошел в милизону. Сейчас. Разбежались милики там, падают. 10 секунд. Ну это пизда. Похуй, домашний там миликов не осталось. Блять, один рога, два роги. Там вара просто сложит, хуй знает, капель нет. Ну там, если миликов не останется, он не будет дамажить по другим целям. И к тому, что он стаки копит и просто вара шотнет. Ну да, я скажу вару, когда прожаться. Пока вар не надо. У тебя что, зубы есть? Как я знаю, я знаю. Как так потеряли вара, пиздец? Пацан. Поднимайте, поднимайте, рано еще ему прожиматься. Куда? Сейчас нажми шевэ, нажми шевэ, енотка. Енотка, нажми шевэ. Все, вижу, сдал. Сколько кд шевэ у тебя? Да, долго, у него 4.50. Где поддерживай щит на нем? Да, я поставил. Дай ему зубы. Ты, ну смотри, 10 стаков уже бить дохуя еще. Да, ну ничего, бить. Ну я сразу говорю, давай. Ганнибал скинем, он бабл сакру. Енотки, енотки. А, ты ж мертвый, я забыл, да. Ну, по КД скидывайте прожимки все на защиту. Не жарьте сейчас. Просто лягте, вы не успеете. Да, стопудово. Потому что сало увеличивается в длине. Ну да, согласен, заходите в лужу. Спиной вставай, вар, спиной вставай. Там в луже есть, там в луже можно помирать. Пиздец, блядь, срали танка, сейчас рейд удлинится. Да, сейчас Степана возьму. Видишь, ходок нету. Обычно, ну, сердушные ходки хотя бы есть, ну, неплохо живет. Ему тычку дали, и сало повешилось. Да, все тут октево прохиливается. Дал обновление, дал щиток перед тем, как взорваться. Дал быстрину, дал щит земли, и все, ебать, ты шо. То есть ничего сложного там. Ну, сейчас детали смерти глянем. Там, блядь, сало было, это точно. Ну, не могут же все хилы сразу сало полутать. Почему? Они все сразу лутают. Весь рейд. В смысле, нет. Вообще-то в зонах лутается. А, ну не знаю. Значит, мы вместе стояли. Там какая-то хуйня, там завал его бьет. Причем по 5000. Или это не тот? Это не та смерть, что ли? Ну, ладно. Копал, сейчас будет на фул держать. Поставишь лок шкаф? Тычка 21, тычка 20. И потом просто.
Рыбу поставил. 5000 завал и 18000 финальная тычка, блядь. Да, блядь. Ну вот когда между второй и третьей тычкой мне там просто сало. Оба вары можете вмешательство постоянно делать сначала боя. Вообще ебай как понижает агро. Жестко прям. 10% сразу снимают. Они, может, не знают об этом, но это охуенная тема. Ну там хуйня, конечно, танком. Вмешательство. Второму танку нормально вмешательство делать. А вот кто да, основной, то есть. Он тогда будет вертеть, грула будет, да хуйня собачья. Вообще похуй. Да, потом вылетит парихаст, его нахуй сложит. Дядь, не, блядь. Этого не надо бояться. Талант, ну, хилом, хилом. Степанида, хилом. Слышишь меня, Степанида? Все, хилом, иди пока. Ну тут закол не надо тебе делать, убегать, а енотка вот делай, вмешательство. Так, все, все пробафались, что у нас нет? Что-то нету, блядь, мага-бафа нет. Ну вот, конечно, но вообще не на милишников, а на любого, кто это... Хотя, блядь, если ты в мили-зоне не будешь стоять, он тебя будет за рода считать. Тогда только на миликов, да. Если они там будут вырываться. Разбежали, все по кругу. Все, блядь, на королях вайпнулись, на гуле вайпнулись. Что, может, на магике еще потом вайпнулись? Или на оне? Чем дает, что поехал? Сразу не бейте, дайте опять так же набрать ему агро. Все, ждем, ждем. Второй танк где? Все, летел, вижу. Набирают, пусть набирают. Только полтинник у них. Все, поехали. Вот же, блядь, ну что ты все прожимки тыкаешь? Ты понимаешь, что это очень плохая идея вначале тыкать все прожимки? Постой, АФК. У тебя сейчас закончатся твои зеркальные копии, все агро вернется, и ты оторвешь. Просто стой, не бей сейчас. На пульте в енотку сильнее. Разбежались. Вот сайбот тебя оторвало, потому что агро набрал много. Что у нас там? А, у нас нету байеров, терпи. Режи вернее. Поджик можешь бить. Геру давайте, да. Напуливайте на енотку. Все, кто свободен, на енотку. Все роги. Все трое, иначе сейчас опять там проблемы начнутся. Поджи, подстоп немножко есть. Посолить его, каннибал. Поджига. Стою на ФК, страшно, сука. СДК заебись, вообще не смотришь на эту игру, хуй тебе вообще, тот что сорвёт. Да и вар может, как бы, если второй танк был бы тоже не вар. Не, вар вторым не может. Только тот, кого бьют. Ну, я про это и говорю, что вторым должен быть ДК или кто-то другой. Лучше сейчас ДК. В енотку все на пулы скидываю. Салон не выхожу, сука. Все, отлично, енотка набрал там. Удар земли 20 секунд. Готовимся, сейчас стянет. Разбежались.
На нахуй. Акулы скидываем, не забываем. Коба, дай БР сейчас с сейбота. 10 секунд у тебя там должно быть. Оба скидывай. Он в завале встал. А ты что, ему БР завала дал, что ли? Нет, а когда кастовал, меня завал прилетел. Ну ты ж смотри, сейбот, ну что ты как первый раз? Дай ему еще раз БР, дай ему этот хулиган. Хулиган, дай сейбот, да. Все вижу, скинул. Сейбот, вставай, если там не завал. Да, ты видишь, куда попадешь, ты смотришь на человека, который тебя резает, откуда он резает, там ты встанешь. На пулы скидывать. Венот, кто там подбирается. Ну там бафы просят. Да, поскидывайте баф. Тейка скинь, пока баф, пока хилишь. Да ему только стамина нужна тут. Готовимся, удар земли 5 секунд. Смотрим, где завалы, чтобы в них не бегать. Разбежать. Бать, сзади никого нет, я просто в пустыне нахуй стою. Ой, блин, дебиция нахуй. Чё, Рогов тебя забежал? Нет. Вставай, чё, лежишь? Я уже встал, блядь, опять сбил. Ребят, я с вас вообще просто охереваю. До сих пор я, блядь, смотрю нахуй, где я стою, вообще ноль людей, блядь. Я выбегаю, мне даже не надо смотреть ни на кого. Здесь никого нет никогда. Чё у вас за привычка у входа всем стоять? Так, а ты чё, вставал уже, Войт, или чё? Да. Заебись, вы встаёте. Сегодня охуенно. Да похуй, захилят там степанин. Вот сейчас уже можно капли, хуя, блин, там, блядь. Да. Варс, дашь ШВ, который главный? Кого? ШВ. Что за ШВ? Ну, прожимка твоя. Глухая оборона. Сдал. Забывай, как по-русски называется. О, ебать, убила второго, прикинь. Да, нет, не убила, все. Ганнибал, скинь за кула бабл саку. А, убила, все. Блядь, он вылетел, наверное. Сдавайте, давай зубы за кула. За кула, зубы и на фулах держите его. Сейчас по КД свои прожимки отдавайте, Вара. Блок щитом по КД отдавайте. Сейчас будет миликов косить. Выбегите из дождя, у него сейчас рейндж, ебать, копать там. Это без, прожми дизыбку. Так а чё, танки же живые. Да, он, бля, того умирал. Того выкинул. Что, блядь, не так, я хуй знает. Разбежались. Бля. Пизду нахуй. Короче, степанида бабл сакру давай. А там больше нихуя не осталось, кроме степанида. Ой, весь милика убила последний. Ну давайте стараемся растамажить его. Легана поднимите, что у нас по хилам? 3 хила я вижу. Сайбет, ускользание нажми быстрее. Ускользание, во. Отлично. Добьем, я думаю, но пиздец, блядь, Вара, конечно, долбит сильно уже. Блядь. Штрафа всего. Видишь, хорошо, ускользание.
Кончится прям... скользание, Ваня, жми. Рефайером хильте прям за кула. Все, захуяли. Ой, кто там следующий? Кого убьет? Я хуй знает, типа не дурак. А все, нет, нету мелика. Все, остальные будут косить. Зубы там, хуюбы, ну все уже. Да, уже все скинуто. Уже все скинуто. Че в тучке добьешь, блядь? Да. Что-то ДПСика мало в рейде. Угу. Ну, монки был шаф пока. Там вот эти по 6 тысяч, какой-то какая-то. Резайтесь, шею порольте. Ну, тут, наверное, только хила нам нужна. Ура, что-то упало. Чего вы с острова не фармите, не знаю. Порольте перчатки латные с РП. Дайте в шатратпорт, маги. Танки нужны вам перчатки на успех? Могу на трансмог полутать. Да, там он успех надо. А, что лутайте? Штаны ролим. 9, так. Сука, 9, блядь. Неужели? Неужели? Все. А четвертая ташка? Да! Блядь, ты там не обкончайся там. Сука. Маги, вы тут, блядь, портал дайте в шатрак. Да мы быстрее добежим уже, пока не портал. Ебать, маги, да, блядь, алло. Сука, наконец-то снижу. В смысле, это же поножи, у тебя есть поножи, нет? Блядь! Ну кто там второй был паролом? Ты пиздец, блядь. Я их разнул еще. 9, жучка, отдай вам жучки, мне 59. Гад, я же их юзнул. Жучка отдадут, скажешь тебе, что отдай. Он поюзал их. Он юзнул, блядь. Ты пиздец, блядь, ты адекватный вообще, нет? Нет. Лол, блядь. Я в ахуе вообще. Не передать. Напиши админу тикет. Какой написать им? Знаешь, как тикет писать здесь в игре? Нет. А хули админ сделать, что? Нажимаешь эскейп. Угу. Помощь. Да, дальше. Отправить запрос. Дальше. Пишешь, что не так. Скажи, сролил, но они у меня уже были, мне не нужны, нечаянно активировал. Можно, типа, отдать такому-то человеку? Что, отдадут, что ли? И скрин с роллом желательно так. Да, скрин с роллом, типа, второму человеку отдать вся хуйня. Скажи, еще видео будет потом на ютубе. Если что, скажи, могу тему на форум написать, с этого недостаточно тикета. Не каждый день, блядь, падает. Только скриншот полностью всего экрана. Да хули скриншот, ему только видео поможет. Ну точнее не ему, а жучки. Напиши как есть, что, блядь, не заметил, активировал, а потом, блядь, протупил. Я говорю, ты напиши, типа, видос будет там. Видос по-любому. Тут, блядь, ролл видно, все видно, и EDIS слышно, все охуенно. Да я бы хуй забил, да и похуй. Ну, я говорю, ташки не каждый день падают, как бы, человеку. Ну, так-то лишь... да, блядь. Может, он шипы оденет, блядь. Будет 15 тысяч давать. Ну да. Меня нахуй кикните, сразу. Тупо хуяк 15 тысяч, блядь. Одним ШВД, нахуй. Да. И сдохнет сразу. Так, мы прилетели в Инс, нас 4 человека, лока нет еще. Лечу, пиздец, как могу. Да хули ты, нам лок нужен. Там же шкаф стоит, чувак. А, ты это, камень имеешь? Угу.
А где лук вообще? Что-то написал тикет кейк. На ШП себя активировал, все, не слышит нас. Скажу, говорю, типа, строил, что случайно активировал, дальше написать еще. Что хотел передать по следующему паролу, и все? Ну, как есть, напиши, строил. Ну, строил, говорю, случайно активировал. Ну да, скажи, видео, мы... типа, есть. Ты напиши, но... что у тебя уже есть такие. Из... Да, есть крен. Скрины, видео напиши, есть райда. Типа, если нужно, могу создать тему на форуме. Все, отправил. Ой, ёб твою мать, сука, такая хуйня все это, пиздец. Тупая игра. Я так обрадовался, думал, что наконец-то 4, нахуй, я забыл, что у него штаны, блядь. Сука. Они мне ебать как нужны были. Пиздец. Пойду пиво открою. Не надо, Что там ему сказали? Не знаю. Ну жучка с тебя 100к голды, короче. А жучка, наверное, первый раз на мигройку отойдет, это такая подстава. Гильдия кидал. Вообще пиздец. Это как мы в ВВК-25 пошли, типа, короче, шмотку сролил, пук. А я ему ее не отдал, потому что он фласку выпил БКшную не на СПД, а на этот, на Сафрот. Он на меня тему на форуме накатал, правила скинул, и ему админ пишет, и типа, читай внимательно, там же написано, что СПД дамагеры пьют СПД фласки. И закрыли тему. Ну пиздец, блядь. Написали, что невозможно передать. Ну, типа, удалить у этого и у того создать невозможно такую хуйню сделать? Ну, они пишут, раз не активировано, при этом не подразумевает передачу. Напиши лучше тему на форуме. Что-то, мне кажется, пиздит этот чел какой-то, которому впадло просто что-то делать. А, что на форум, ладно. Ну, по идее, они же генерировать могут лут, блядь. А мы туда напишем тему, мы туда скрины скинем в твою тему и видос свой зовет. Сейчас не сделаю это. Ну, сейчас не делает, там, по пожам уж. Вот сейчас не сможете видос залить. Ну по видосу должны, потому что, блядь, ну опять же, тут ошибка игрока, блядь, я не знаю, может и нахуй пошлют. Не, да, они могут на встречу пойти, просто тебе вот сейчас модер попался, которому как бы насрать. Он впадло тебе помогать. Здесь. Все, вара тут. Залетаю. Погнали. Силы тоже тут. Из огня выбегать. Видите, точно тут ремонт все.
где дождь нахуй, что-то не вижу, что за хуйня? Косты бьют, сука, прикинь. Охуеть. Варс, свободный, кто танк, тащите еще. На ком не сидят, по-моему, сейчас. Танк похуй, у тебя, кстати, охуенно, я оценил. Ну, переогрей второй танк. Я уже сейчас хуй поймет, кто кого бьет. Все нормально. Понятно. Только не диспарик, я их заебал. Да я не спарю, не спарю. Похилить будем? Мне пришлось гимн сдать. Тут это проклятие ебаное. Ничего страшного, оно и, там много не добавит. И одновременно, ну так пол хп, блядь. И вы одновременно съебались туда за лестницу, вас не видно было. Надо было себя не Кстати, на офи классики магии как-то по-другому называют. Не могу вспомнить как. Кого? На классике офи. Магию или магов? Ну вот, там не грул магик, а грул что-то как-то по-другому. Ну, грул, а магия. Грул злэйр, блядь. ML и GL, блядь. Ну, лэйр с английского, наверное. Маги, что-то такое там называют. Я вообще просто тебя, это что его магиком называть? Даже в сокращении произношения я не правильно. Мактеридон, магик. И где тут что-то правильно? Тут уже как минимум порядок. Лем, вообще Лема возьмем с того маги. Долго его нет. Хули он не зайдет. Давай тогда Мактеридончик говорить, ё-моё. Ну, как минимум буквы К у него не было. Похуй. Это русский язык, тут возможно все, блядь. Ну да, не язык, а помойка. В смысле, нихуя себе либо забыл. Нормальная помойка. Миллион слов на одно и то же понятие, причем большинство из них абсолютно... Да, ты в английском такого ни разу не встречал, согласен. В английском на много значений одно слово, и значение определяется от контекста. Да, но не всегда. Иногда с какой-то интонацией, блядь, сказал, или еще что-то. Или просто потому, что ты так решил. А в Китае, ебать, там вообще все на интонациях построено. Китайского языка я не касаюсь. Ну так, когда говоришь, что это помойка, ты надо смотреть на другие языки. Не, русский язык хороший, адекватный. Типа он сложный просто. Да, есть какие-то нюансы. Но по крайней мере у нас вот этих present perfect, блядь, и пассив нету нахуй. 26 да. Времен времени, ебать. Да. Сложнее, чем английский, согласен. Ну знаешь, разговорный, он нормальный. А вот уже когда касаешься писанины, грамматики, тогда... Дай флагштаф, пожалуйста. За кул ты умеешь танковать магика? Приходилось. Все хорошо, ты на магике. Нахуй тебе запятые и знать, где Е, где И, когда ты просто в разговоре говоришь, и все, и все тебя понимают. Все, все. Так. Нет, пустение ЗД. То на кубы плюсик кидаем. Ты на кубах будешь, Вар. Че, давай. А, есть там на кубы, да? Так, поджиг. Вар. Бля, сейчас расставлю пока. Почили на кубе, там спанида есть. Коба. Матимео. Степанида. Все, хватит, ебать. Много. Да, да.
Давайте, я сам хочу на кубе поставить, нахуй это делать. Ставлю меточки. Ставлю. Ну, видите, он какой. Мак, ты на звездочке? Поджиг, поджиг. Нотка, ты на печеньке. Коба, ты на ромбе. Матимео, ты на трусах. Степанида, ты на луне. Мо сбитием коста, внимательно слушай. Мобу, который стоит на трусах, сбивает ужасный мужик. Который стоит на печеньке, ему сбивает жбух. Который стоит на ромбе, ему сбивает бесобой. Который стоит на звездочке, ему сбивает сайбот. Тот, что стоит на луне, ему сбивает нирот. Все, танки... Печенька собираешь справа двух мобов. Закул собираешь слева двух мобов. Центр сводим, массовый заливаем. ДКшники скажу, когда и кому давать бомжей. Коба, жбух. Жбух, ты слышал, кому ДК забиваешь? Все отлично, даю отчеты, поехали. Можете пока луну подамажить в первом. 4, 3, 2, 1. Давайте сводите все массовыми, поехали. Ужасный мужик, давай бомжей. Дайте мастаны, Вара. Жбух, дай бомжей. Без собой, дай бомжей. Касты не забываем, блядь. Пролетел один каст. Исцеление можно не забивать. Потеем, потеем, давайте. Сайбота подхильте. Мастаны Вара пока доскидывать. Хорошо, вообще кучно прям так залили первый раз. Без смертей всяких. Почти. Сука! Чуть не обрыгался. Да пиздец, а там тучку нахуй, хуючку. Гроз кинул. Разбежались. Сразу не дамажим, даем. Вару подвести, поставить, бьют только на пулы, а, потому что бег, босс да. Не переагривается. Там где сейчас стою, танчить его? Что? Там где сейчас стою, его танчить. Ты сначала ловишь босса, ведешь его к трусам, вот сюда. Вот сюда забежал, встал, вот, где я стою, и побежал вот так по краешку спиной. Идешь, вот сюда останавливаешься, вот здесь стоишь, вот там, ну или там вот тут танкуешь. Не суть, короче, у этой стенки, и все. Сделано для того, чтобы максимально близко к стене босс стоял. Готовься, 10 секунд до пула. Никто не бьет, только на пулы. Все, в воде. Все, поехали дамажить. Все, там стой, далеко убежал. Все отлично, хорошо. Я его подгонял. Красава, красава. И разверни так, чтобы он боком к рейду был. Он так, он боком стоит. Он лицом сейчас. Вот так, отлично. Пушка, пушка. Блин, тут у меня на весь экран. Рога умер. Ну, бывает. Сейчас. Коба, подбеги, дай БР. У меня, кстати, времени нету. Есть, Коба, у тебя время? Таймер. Ага. Давай после вспышки. Ну ты уже успеешь вернуться, давай успеешь. Что там по времени, еще раз линкани? Подошли к кубам, 10 секунд осталось, ждем. Подошли к кубам. Давайте Геру, давайте. Ждем вспышку. Талис,
Блять, нажали, блять, запутался нахуй. Держим. Все, отпустили. Там кто-то, блять, отправь кого-то с хилов, там ромбик или там Степанида, блять. Степанида стоит на кубе. Не, я имею в виду хилить его. Я понял. Давай, давай ты сходишь, в чем проблема. Бля, я тут две метки хилю, кружок извини. Другие похилят. Ну все, я пошел туда. Давай. О, полутал огонь, хиль себя. Все равно не показывают. Коба, полинкуй, пожалуйста, когда там будет таймер, а то что у меня забагало. Че у тебя так заебато работает? Надо у тебя забрать этот ДБМ. Так обнови его. Я ебу как. А дон битер есть вроде бы. Качаешь с гитхаба новую версию здесь, да? Понял, понял, подкачаю. С райдов. Все не забуду. Че там по времени? Подходим к кубам. Сейчас будет вспышка. Подошли. Нажали. Отлично. Пидара тваги, не умри, Коба. Тебя прям распидорасило. Там по вспышке 16 секунд. Подошли к кубам, 10 секунд осталось. Подошли, ждем вспышку. Ждем, сейчас будет. Нажали. Фразу кинул. Ну просто голоса. Решил, что первый раз не услышали. Тоже верно. Нихуя, третий раз. Гвоздь накурился, чего тут. Че, какой не видим? 25-ки или 10-ки? 25-ки? Есть что по времени, блин, короче? 20 секунд. Ага. Подошли, 10 секунд осталось. Дошли к кубам. Ждем, сейчас будет вспышка. Нажали. Все отлично. После этого по стеночкам отошли и ждем, будет потолок обваливаться. Отошли к краям, сейчас будет потолок обваливаться. На фул подымитесь. Вообще, подымите танка, что у него так мало хп? Прожали на защиту способности. Отлично, поджиг там чуть не отвалился. Поднимайте, Райт. Поджиг, блядь. Таймера у меня нет. Ну, на вскидку смотри, дебаф у тебя еще есть, Коба? Еще есть. Сколько времени дебаф? Ну, после отбрасывания. Ну все, дебаф закончился. Пусть Коба за костом следит. Подошли к кубам, где-то через 10 секунд будут. А, ну вот, после откидывания подходим. Прорываемся, похуй. Подошли к кубам, ждем. Что-то, сука, бушка ставить, нет? Нажали. Хорош. Добиваем. После кубов можете подбежать.
Да, нет, там изи добивается. 7%, то что? Все, подбегайте, добиваем. Да, давай через огонь пробежим. Давай. Давайте станем на всякий случай, что-то откинуло. Да не надо там 2%. Стоп, дамаг, стоп. Че, маунт не выпал? Че за хуйня всегда падает? Блять, а че? Странно. А, то что она зеленая, а в луте, сука, не показывается. Заролите мешок самоцвет? Сука, блядь, заебали. О! Роба спиздил. Блять, это я даже ролить не буду, сейчас кому-нибудь засуну. Блять, сука. О, Матимео влезла. Голову пороть. Где-то плащик пароль ты силовой с меткостью. Никому не нужен. Танки надо пароль. А танки хилы, да, может еще там степанида. Маги, ну поставьте выпорт, ну ё-моё, чё стоим? Парольте перчатки на ловкость кожаные. Каминор желательно. Бродят, бродят. Грудак, парольте, паладин, разбойник, шаман. Проверьте внимательно, что у вас нет грудака. У ФРС по-любому есть грудак. Да, она на Элем уже, в Элем же шла. Да я не про тот грудак. Ну, хуй знает. Я ж гей, я на женщин не смотрю. Неплохо. Там вон у модельки есть у Лисы. Здорово всем. Вы уже собрали, да, пошли? А, да, мы сейчас уже на Оне, да. Но место есть, кто-то мне прям написал, кто это. Лох ливнул, как же так, блядь? Ну, можешь уже...